Второй вывих плеча. Жуткая боль. И опять в втором пункте, только в Ярославле уже. Походу, повязка мне гарантирована. Я чуть дальше пролистать, я знаю припев наизусть. Я буду поглядывать. Да, Катя, уже пятый раз за игру выкидывает коши. А ты сможешь, да? Это вот ее дом, а там мой. Видели, сколько у меня совсем маленький домик? И тут такая огромная штука. Итак, сегодня мы варим суп из семизалуп. Простите. Мы варим суп из фиников и молока. Это я просто вырежу, да. Голос не прорезался еще. Так вот, для того, чтобы голос прорезался, сегодня будет супер-коктейль. Молоко, финики, мед и лук. Я не знаю, правда, это вместе нужно смешивать или нет, но, по крайней мере, так советовали. 1, 2, 3, замеряем голос до фиников. Итак, сначала мы делаем финики, теперь заливаем их молоком. Получился литр. Как написано на упаковке. Первый влог мы снимаем, то, что нам показывают в видео. Стараешься не бывать дома? Я не знаю. Больше нет контента во влогу. О, нога. Нормально. Симпатичная так нога. Воспоминания. Красиво. Я купил раньше многодоровую. Подарил его брату. Мне сегодня ногу свело. Поколение Z. Так, я выяснил, что я еще и не Z, я просто У. Поколение У.